Секторе Gift 3. На первый взгляд, игра ничем не отличается от своих собратьев по жанру. Однако, это лишь на первый взгляд. Как и положено в таких играх, вы можете выбрать одну из четырех сторон и довести ее до полной победы, сделав ее преобладающей. Совершать славные деяния во имя выбранной вами нации вы будете в течение 60 миссий. Выбор оружия просто царский. Всего игра насчитывает 44 техсредства. По крайней мере, так написано на коробке с компакт-дисками. Доминион имеет одну интересную отличительную черту. Стараясь максимально приблизить ее к реальности, если здесь вообще применимо данное выражение, авторы игры постарались избежать некоторых абсурдных моментов, которыми грешили многие стратегии прошлого. Если кто помнит, то, например, в той же Command & Conquer один автоматчик при должном упорстве мог расстрелять танк или вертолет. В Доминион подобной глупости не встречается. Более того, есть миссии, где подобная непробиваемость некоторых боевых единиц просто незаменима. В игре можно создавать подразделения, нумеруя их с клавиатуры. Это очень облегчает сам процесс истребления врага, нет нужды постоянно захватывать юниты в квадрат. Кроме того, вы можете дать войскам приказ рассеяться. Рассеянные, в хорошем смысле этого слова, войска, гораздо труднее уничтожить. Также хотелось бы отметить великолепное звуковое и особенно музыкальное оформление игры. Для каждой расы подобраны отличные музыкальные темы. Мне посчастливилось заполучить английскую версию игры, по которой еще не прошлась безжалостная рука наших русификаторов и так называемых профессиональных актеров, которые благодаря своему талантливому озвучению делают слуховое восприятие игры просто невыносимым. Тем не менее, несмотря на всю прелесть, есть в игре моменты, которые могут слегка охладить страсть многих стратегов и осложнить их отношения с этой игрушкой. Таких моментов несколько, но они есть. Во-первых, некоторые боевые единицы настолько малы, что поймать их мышью с первого раза очень трудно. То же самое можно отнести и к меню производства. По некоторым кнопкам сходу попасть может только настоящий снайпер. Согласитесь, что в полусражении, когда вашим подразделениям необходимо срочное подкрепление, меньше всего хочется тратить драгоценное время на охоту за клавишами. Кроме того, как я успел заметить, расы различаются между собой только внешним видом. Все остальное, включая типы боевых единиц и технические характеристики, очень похожи. Так что, сыграв за одну из сторон, вы уже будете иметь представление об остальных трех. Кроме того, вашим войскам очень свойственна увлекаться в погоне. Например, какой-нибудь залетный танк может увлечь целое войско за собой и навлечь его либо на минное поле, либо под обстрел более крупных сил противника. В целом, можно сказать, что игра Dominion сама по себе довольно неплохая, и тем, кто уже прошел StarCraft, стоит в нее поиграть. Однако многих может остановить ее размер. Игра размещена на двух компакт-дисках, что, естественно, увеличило ее стоимость, хотя, я думаю, настоящих любителей жанра это не остановит. We'll be right back.